Посетители торгового центра сегодня своими глазами смогли увидеть лучших боксеров мира. Здесь прошла открытая тренировка участников боксерского шоу «Гасиев Дортикас». Сначала на ринг по очереди выходили участники так называемого андеркарда, то есть поединков, которые будут предшествовать главному бою предстоящего шоу. В их числе и Ваги Саруханян. Сочинец по прозвищу «Фантом» будет защищать свой титул чемпиона WBS International в легком весе. Его соперником станет японец. Настрой, я скажу, вообще у меня отличный. То есть я готов на все 100%. Я покажу вам и всем зрителям хороший, достойный поединок, который всем понравится. Уже соперник изучили, все хорошо. То есть есть план, нет плана, перестроимся, все как всегда. Все нормально. Участники титульных поединков один за одним выходят на ринг и показывают то, что обычно делают за закрытыми дверями спортивных залов. От выхода к выходу ринг окружает все больше зрителей. Все ждут главных звезд. Первым на ринг поднимается юниор Дортикас. Доктор Нокаут, так называют кубинца, не сомневается в победе. Говорит, что приготовил для Гасиева атомную бомбу. Сочи – замечательное место, и я рад, что буду здесь боксировать. Я продемонстрирую, что я король нокаута, и что могу сделать это, когда захочу. Мурат Гасиев вышел на ринг под овации зрителей. Боксер из Осетии показал, пожалуй, самую интересную тренировку. Не только боксировал, прыгал на скакалке и разминался. Ну а главный интерес журналистов – ожидание от боя с королем нокаутов. Жду только победы, а там как получится. Какой настрой перед боем? Настрой побеждать, впрочем, как и всегда, и буду делать все возможное для победы. Полуфинальный поединок всемирной боксерской суперсерии между россиянином Муратом Гасиевым и кубинцем-юниором Дортикасом состоится 3 февраля в рамках первого международного боксерского форума. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.